Добрый день, дорогие друзья! Сегодня будем с вами готовить пирог. Берем сосиски, отрезаем у них попки, укладываем на слоеное тесто, раскатываем. Сверху посыпаем сыром и закручиваем в рулет. Получается вот такой рулетик. Затем переворачиваем, берем ножницы, надрезаем и раскладываем в косичку. Вот так получается. Посыпаю сверху, мажем яйцом и в духовку. Вот такая красота получается. Второй пирог у нас слоеный пирог Робин Гуд. Нарезаем яйцо, зелень, трем сыр, оливковое масло, перчим, солим, перемешиваем. Раскатываем слоеное тесто и укладываем. Мажем края яйцом, заворачиваем, защипываем уголки вилкой, делаем надрезы, смазываем опять яйцом и ставим в духовочку. Всем приятного аппетита!